Россия стягивает боевиков к нашей границе. Как сообщает координатор информационного сопротивления Дмитрий Тымчук, возле Донецкой области находится 6500 военных и 1000 наемников. Возле Луганской и Харьковской более 4000 военных и 2500 наемников. Возле Сумской и Черниговской областей свыше 2500 военных. Кроме того, в Ростовской области есть группа боевиков на бронемашинах и грузовиках, а также диверсионные группы. В СНБО рассказали, как они попадают на нашу территорию и кто помогает им в войне против Украины. Координаты мест дислокации украинских силовиков террористы получают з російського супутника. На території Росії активізовано роботу із вербування громадян Росії та інших країн-учасниць СНД для їх подальшого перенаправлення до східних областей України для участі у бойових діях на боці бойовиків.